Кто? Здравствуйте, это сбор газа. Услышав эти слова, многие жители, не задумываясь, открывают не только двери подъезда, но и своей квартиры. Так несколько дней назад поступила и Вероника Романенко. Если на этот раз это был действительно специалист эксплуатирующей организации, одетый в форму и показавший свое удостоверение, то тогда, говорит хозяйка, оказалась мошенница, представившаяся сотрудницей газовой службы. Показала, да, удостоверение, что она газ-югоучет. Они ставят счетчики. Ну, как бы у нас горгаз, но газ-югоучет, ну, не знаю, может, они занимаются счетчиками, я как бы в это не вникала, не знаю. Вот, но она все объяснила, все показала, все рассказала. Говорит, если хотите поставить, то сейчас наши ребята подойдут, освободятся от следующих там этих жильцов и вам сразу поставят. Вот, пришли ребята, все поставили. Все заполнили вот всякие эти вот как договор, не договор, как оно тут. Ну, в общем, то есть, как бы все идет вроде правильно. Но, как оказалось, устанавливать счетчик сотрудники краснодарской компании «Юг-газучет» не имели права, ведь этим занимается только та специализированная организация, с которой заключен договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. В данном случае это горгаз. Кроме того, говорит Вероника Романенко, эту услугу ей навязали, пригрозив тем, что если не установить прибор учета, то в соответствии с законом будут применены санкции. Вот женщина и согласилась на услугу, отдав за нее больше 5000 рублей. На самом же деле устанавливать счетчик в квартире рекомендуется, но абонент, у которого из газового оборудования есть только плита, вправе отказаться от прибора учета. Чтобы не попасть на уловки мошенников, представители горгаза просят своих абонентов быть внимательными. При проведении плановых работ на подъездах домов за 3 дня управляющие компании вывешивают объявление о проведении данных работ. Если у вас возникли сомнения в полномочиях сотрудников, позвоните по указанным телефонам в Сочи-Горгаз, в отдел кадров, и узнайте полномочия сотрудников. Профилактические работы газового оборудования сотрудники Сочи-Горгаза проводят раз в 3 года. Такой срок действия договора, по окончании которого нужно вновь его перезаключать. Для этого надо прийти в районные службы и оставить заявку. По всем вопросам жители могут обращаться по телефону 296-08-04. Добавочный 113. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.